bus. А? Я его знаю. Где я мог его видеть? Он выглядит как я. Чем это пахнет? Там что-то вкусненькое. Кто здесь? Нет, мы должны подождать Кики. Ого, как много вкусной еды. Ой, я так давно не ел. Похоже, Кики еще спит. Спит? Это его я только что видел. Ого! Я могу им притвориться. А вот и я. Наконец-то ты здесь. Я так голоден. Как же горячо! Так горячо! Осторожно, там сок! Ого, как аппетитно! Ух ты! Хотите, я покажу вам фокус? Да! Хорошо, тогда закройте глаза и отвернитесь. Ты готов? Почти. Уже можно открывать? Я голодный. Что-нибудь осталось? Кики! А где мое яблоко? Наверное, большая рыба. Откуда это яблоко? Ого! Как много рыбы! У тебя есть яблоко, я беру рыбу. Моя рыба! Кики, остановись! Ребята, стойте! Почему вы уходите? Ты один все съел. Мы больше не друзья. Он прав. Я все съел. Я этого не делал. Стой! Не убегай! Вернись! Что? Кики, разве могут быть два Кики? Верни мою рыбу! Теперь я знаю, ты не Кики! Ой, мне пора! Стой, это ты все съел! Стой! Осторожно! Пока! О, у меня идея! Я его поймаю! Тебе не уйти! Вперед, Кики, осторожно! Кики, помогите кто-нибудь! Мяу-мяу! Я так устал! Я помогу тебе! Я вам помогу!
Я все хорошо. Спасибо. Хм, я знал это. Ты подделка. Кики может быть смутьяном, но он не будет красть рыбу. Простите, меня зовут Бэй. Я был так голоден. Я живу на Северном полюсе. Там из-за загрязнения совсем нечего есть. Прости, мне очень стыдно. Все нормально. Спасибо, что спас меня. А? Да, ты был великолепен. Точно, ты был великолепен. Ребята. Возьми эту еду с собой, чтобы больше не голодать. Спасибо, Кики. Спасибо вам всем. Пока, Бэй. Пока. До свидания. Стой, стой. Возьми этих двух крабов, которых я поймал. Рудольф! Почему ты снаружи? Мой папа слишком строг со мной в последнее время. Я совсем не хочу идти домой. Ну почему? Ты же хороший мальчик. Не волнуйся, я тебе помогу. Как? Давай сначала зайдем в дом. А? Если возникнет проблема, я ее решу. Овощи, морковь, я их уже целый месяц ем. Терпеть не могу овощи. Не волнуйся, можешь отдать овощи мне. Тарелка. Кики, что ты любишь? Бери, что хочешь, не стесняйся. Рудольф, сначала овощи. Не привередничай. Мистер Фу, я очень люблю морковь. Можно мне еще? Видишь, Кики не привередничает. Хороший мальчик. Горькая дыня полезна. Вот, ешь, Рудольф. Ух ты, я и горькую дыню люблю. Ням. Ням-ням-ням. Папа, я поел. Можно пойти поиграть? Скорее пойдем во двор. Стойте! Рудольф, что нужно сделать после еды? Помыть посуду. Мой папа ненавидит меня. У меня есть идея. Губка.
Молодцы. Посуда вымыта. Теперь можно пойти погулять с Кики? Нет, нельзя. Сначала тебе нужно прочитать троисловие. Жэнь джи чу, синь бэн чань, синь сань дынь. Бедный Рудольф, у тебя совсем нет времени на игры. О, у меня есть идея. Эй! Автомат с историями. Рудольф, давай сыграем в китайские шашки. Но мне надо прочитать книгу. Автомат с историями прочтет ее нам. Мы можем играть и слушать одновременно. Отличная мысль. Синь сань цзинь, си сянь юань. Да, похоже, я выигрываю. Ну сейчас я тебе покажу. Омлет на завтрак – это любимое блюдо Рудольфа. И хлеб с молоком перекусить. Рудольф будет так рад. Надо оставить ему записку. О, Кики, что ты тут делаешь? Иди, посмотри на это. Дорогой Рудольф, я уезжаю на 3 дня по делам. Твой завтрак в холодильнике. Омлет на первый день. Салат с тунцом и овощами на 2-й. А на 3-й день... Надеюсь, что ты приобретешь хорошие привычки и научишься быть самостоятельным. Не слишком ли я строг с Рудольфом? Вдруг он ненавидит меня за это? Рудольф, твой папа тебя так любит. Папа! Папа, ты в порядке? Все хорошо. Папа в порядке. Я буду хорошим мальчиком и не подведу тебя. Кики, ты почему так долго? Ты сделал уроки? Кики! Привет, Хэнк! Эй, Хэнк, что это с тобой? Я слишком толстый для состязания по скалолазанию. Победителю дадут игрушечный поезд. Игрушечный поезд? Я выиграю это состязание. Надо весить не больше 20 килограммов. А я вешу ровно 20 килограммов. Поезд, жди меня! Запись на состязание по скалолазанию. Привет! Я хочу участвовать в состязании. Сперва встань на весы. Без проблем. Двадцать с половиной. Перевес не пойдет. Но на прошлой неделе я весил ровно 20. Может, я слишком плотно пообедал?
Пожалуйста, ну запишите меня. Прости, исключений нет. Все должно быть честно. Что мне делать? Всего 0,5 кило, я их быстро сброшу. И как же мне очень быстро похудеть? О, можно бегать, бег помогает похудеть. Медленно. А, Кики, ты классный! Вперед, Кики! Еще, еще! Смотри, могу быстрее! Уху, да, да! Ух ты, сколько пота! Наверное, я сильно похудел! Пить хочешь? Выпей воды! Пойду взвешусь, у меня получится! Проверьте мой вес снова! Перевес не пойдет! А? Но я же потел, пока бегал! Но еще ты пил много воды! Вау! Да, да, да! Тренировка на сушку должно помочь! Смотри на меня! Простите. Можете снова меня взвесить? В этот раз получится. Нет, перевес не пойдет. Но я сжигал жир на тренировке. Сжигал жир? Ты неправильно понял. Я укреплял мышцы, видишь? Они стали больше. Ну как же мне похудеть? Ну, пора плавать. Точно, плавание поможет. Но ты же не умеешь плавать. Есть идея. Уху! Миу-миу, я похудел? Не могу сказать. Надо еще раз взвеситься. Ага. Ой. Вот сейчас я сильно похудел. Взвесьте меня. Все еще перевес. Я наглотался воды из бассейна. Смотри, не простудись. Вот, имбирный чай.
Чай такой странный. А? Где лекарство? Что? Какое? Для похудения. Ой, животик заболел. Мне надо в туалет. А? Ну что, Хэнк? А? Доктор, лекарство сработало. Кики, а ты сильно похудел. Правда, правда? О? Я взвешусь в последний раз. Ровно 20, ты участник. О, да, отлично. Игрушечный поезд, ты мой. Прошу внимания. По прогнозу погоды, сегодня будет сильный дождь. Мы заменяем состязание по скалолазанию на перетягивание каната. Перетягивание каната? Тогда я буду участвовать в этом. А тут нужен большой вес. Тогда я. О, я точно выиграю. О, нет! Нет! Торговый автомат сломан. Что делать? Что нам делать? О, кто-то идет. О, нет, это усатик. Мне нужна батарейка для игрушки. Где мне ее купить, а? Это торговый автомат. Я возьму батарейку. Ему нужна батарейка. Что же делать? Я понял. Я получил батарейку. Я чуть не попался. Нет! Рудольф? Пожалуйста, не подходи сюда! Не подходи! Это торговый автомат. Я хочу купить газировки. О нет, тут нет газировки. Что происходит? Почему так долго? У меня идея. О, да! Я такой умный! Куплю что-нибудь еще. Он хочет купить еще? Что бы он ни выбрал, я найду выход. Хочу взять яблоко. Кто-то откусил от этого яблока. Что происходит? Нет. У меня идея. Это новое яблоко. Автомат самостоятельно меняет продукты.
Миу-миу, иди-ка сюда. Посмотри на волшебный торговый автомат. Волшебный торговый автомат? Правда? Можно его проверить? О, нет, Миу-Миу очень умная, как мне не попасться? А я буду лимонный сок. А, лимонный сок? А, где тут лимонный сок? А, попробуй вот это. А? Нет, это не лимонный сок. А? Ого, он и правда меняет товары. Ага, видишь, я же говорил. А? А? Нет, это не то. Ладно, не надо лимонного сока, я буду молоко. А? Молоко? Придумал! О, пожалуйста, заработай! Кики, выходи! Я знаю, что это ты! Миу-миу, я сломал торговый автомат. Правда? Но он не сломан. Он не включен. Торговый автомат Бэйби Бас. Это правда? Дайте попробовать. И Усатик хотят купить игрушки. Правда? Добро пожаловать! Не проходите мимо! В моей новой лавке вы найдете игрушки на любой вкус! О, новая лавка игрушек? Дайте посмотреть! Ух ты, сколько игрушек! Заходите ко мне! Бесплатные конфеты для всех клиентов! Уходи! Ну вот, все ушли. Мистер Фу, купите у нас игрушку Рудольфу. У нас есть игрушки для всей семьи. Для всей семьи? Дайте-ка посмотреть. Рудольф, что тебе нравится? Ха, я тоже умею громко кричать. Придумал. Миу-миу. Дай мне, пожалуйста, телефон и фонарик. Вот, держи. Та-дам! С этим микрофоном я смогу говорить громче Хэнка. Ура, здорово! Внимание, внимание! Приглашаем поиграть с игрушками бесплатно, а? Поиграть бесплатно? Нет, нет, не уходите, не уходите! Ух ты, сколько игрушек! Что? Переманивать клиентов? Ну уж нет! Та-дам! Смотрите все! Представляю лучшую в мире головоломку! Головоломка, смотри, что у нас есть. Thank you.
Нет, нет, не ходите! Нет! Эх, опять ушли! Пора показать мою лучшую игрушку! Мои игрушки самые лучшие. Ага, придумал. Мои игрушки, только отдайте проекты. Ваш жетон, пожалуйста. Спасибо. Жаль, мне не хватает денег на билет. Ой! Эй, поосторожней. Прости, извини, пожалуйста. Здравствуйте, я пришел забрать свой рюкзак. Ваш жетон, пожалуйста. Конечно. А где же мой жетон? Он же был здесь. Нет жетона, нет рюкзака. О, нет, что же мне делать? Как же мне доказать, что это мой рюкзак? А, точно! Пульт! Слышите? В моем рюкзаке сигналит игрушечная машинка. Я ничего не слышу. Я жму на кнопку, и она гудит. Теперь вы мне верите? Да, держите. Постойте, это ничего не доказывает. Пульт дистанционного управления работает для всех игрушек. Так что это не доказывает, что это ваш рюкзак. А, смотрите, видите фото на моем рюкзаке? Это я! Мне так не кажется. Что? Это точно мое фото. О, кажется, у меня проблемы. Бутылочка. Теперь похоже? Нет. Что-то на голове. Нет. 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 Достаточно. Это определенно не ты. Это определенно я. Ага. Смотрите.
камера! А? Посмотрите, как я отдаю вам этот рюкзак! Хм. Видите, это я! А? Что случилось? Камера ненадолго выключилась. Мне очень жаль. О, смотрите, это усатик. Он был здесь со мной. Он подтвердит. Усатик, твой друг Кики ждет тебя в камере хранения. Он думает только о еде. Ага! Торт! Усатик, я купил торт! Приходи в камеру хранения! Торт! Торт! Ой, Усатик, подожди! Ты должен подтвердить, что я оставил здесь свой рюкзак! Можно еще кусочек? Нет, сначала поговори с ним. А, Усатик! Только один кусочек. Нет, сначала помоги мне. Я видел, как Кики здесь что-то оставил. Что именно? Это был... Усатик! А я не знаю, что это было. А? Что? Еще, еще! О, тортик! Ну что ж, вкусненько! Мы снова встретились! Я пришел за сумкой. Вот она. Это не мое. Но жетон. А почему у меня два жетона? А, точно. Мы столкнулись друг с другом в тот раз. Ох, да. Наверное, ты тогда обронил свой жетон. Что же, похоже, это ваш рюкзак. Мне жаль, что возникли проблемы. Но таковы правила. Вот. Мой рюкзак. Стойте! Я хотел бы извиниться. И в качестве извинения примите этот маленький поезд в подарок. С нетерпением ждем встречи с вами. Это мне? Да!